Вооруженный мачете неизвестный мужчина напал на пассажиров лондонского метро. Три человека пострадали, один из них получил серьезные ранения в области шеи. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Инцидент произошел на станции Лейтон-Стоун. Местные СМИ сообщают, что перед нападением преступник прокричал «Это за Сирию». Прибывшие на место происшествия полицейские задержали нападавшего. Стражи порядка расценивают атаку как теракт. Напомню, ранее парламент Великобритании санкционировал участие страны в воздушной операции против боевиков ТИГИЛ на территории Сирии. За бомбардировки проголосовали 397 депутатов, против 223. Голосованию предшествовали 10-часовые дебаты.